Добрый день, меня зовут Тронин Александр. Я рад представить вам новую продукцию компании Браунигер. Это моторный прибор Браунигер IQ Eco. Это недорогая версия моторного прибора, которая поставляется в комплекте с чехлом. На чехле логотип компании Браунигер. Проложен поролончик для предотвращения повреждений в процессе транспортировки. В комплект поставки входит кронштейн для крепления данного прибора. Данный кронштейн предназначен для крепления на ногу. На нем имеется шишечка и углубление для резинового кольца, которое предотвращает от проворачивания прибора в процессе эксплуатации. Также имеется шайбочка, винтик и резиновая шайбочка для предотвращения раскручивания кольца винтика. Также в комплект поставки входят датчики, температурный датчик и датчик оборота двигателя. Температурный датчик крепится под свечу и подключается другим концом к приемно-передающему устройству. И датчик оборота двигателей точно так же подключается к передающему устройству. Сюда продевается свечной провод. В данный момент верхняя часть прикручена скотчем, чтобы не потерялась. Здесь продевается провод, после чего он зажимается и фиксируется фиксаторами, чтобы не слететь. Также в комплект поставки идет приемно-передающее устройство, которое идет в комплекте также с липучкой для крепления. Липучка продевается вот в эти прорези. На обратной стороне имеется резинка, предотвращающая проскальзывание прибора и также смягчающая излишнюю вибрацию двигателя. На приборе имеется три гнезда с разным количеством контактов. Это сделано для того, чтобы пользователь не ошибся, какой датчик подключается к какому разъему. С обратной стороны мы видим название, номер прибора серийный. Это потребуется нам для подключения к основному устройству. Видим отсек для батареек. Используются обычные пальчиковые батарейки, для начала, которые входят в комплект поставки. Для начала эксплуатации нужно будет удалить вот эту бумажку, которая блокирует контакт. Также на приборе имеются два индикатора световые. Сейчас они выключены, так как прибор не активен. При активации данного устройства загорается лампочка заряда батареек. Она горит зеленым, если батарейки заряжены, желтым, если батарейки частично разряжены, и красным, если батарейки непригодны. Также имеется индикатор подключения к основному прибору. Он горит зеленым светом, мигает зеленым светом. Если двойное мигание, это значит, прибор подключен, но данных об обороте двигателя нету. Если 4 раза мигает, значит, прибор подключен и есть данные об оборотах двигателя. Также сам прибор выполнен в классическом браунигерском стиле. Включается, требует подтверждения включения. Нажимаем. Дальше он тестирует, показывает уровень зарядки батареек, серийный номер прибора и подгружает все остальные необходимые данные. Здесь мы видим с левой стороны шкала, которая при работе прибора закрашивается до 5 метров в секунду и раскрашивается до 10 метров в секунду, от 5 до 10. Здесь у нас данные о заряде, данные громкости, высота Alt-1, скороподъемность, температура воздуха и Alt-3. Также здесь выводятся данные об обороте двигателя. Здесь будут выводиться температура и обороты двигателя. Также каждые 30 секунд будет выдаваться уровень заряда батареи, что в принципе очень удобно, чтобы не потерять связь с передающим устройством. В процессе эксплуатации вы можете переключить на барограмму вашего полета. Если мы сейчас изменим немножечко высоту, да, то барограмма будет меняться. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел вам рассказать
в данном приборе. Надеюсь, было интересно. Более подробную информацию найдете в разделе данного прибора на сайте ParaClub.ru и в инструкции к данному прибору. Всего доброго!